Ну, иногда тут передачи-то показываются, это все правда. Ну, может быть, это не надо говорить. Надо сказать, и в советское время, по статистике, каждый третий взрослый житель в Кемеровской области сидел, в Новосибирске, говорят, тоже. Может быть, этим Сибирь как-то приобрела такое экономическое звучание, взлет, может быть, да, конечно. Но, с другой стороны, если мы возьмем Сибирь, нашу, западную, то хорошо. А если мы поедем в Магадан, там же все дороги костями выложены. Până în 1940, românii nu auziseră de Siberia. Ținutul ascuns după Ural, împins până la Pacific, înghețat și neprimitor, a înghițit dintr-o dată milioane de oameni care nu aveau decât vina de a fi nevinovați. Nimeni nu înțelege cum a fost posibil acest uriaș masacru. Я родился в Бессарабии, село Дребковуце, județ Тишинева. Отец работал 28 лет на железной дороге. На свою зарплату он приобрел где-то 28-30 гектаров земли. Жили нормально до советской власти. 1 апреля 1951 года нас репрессировали, привезли в Сибирь, Асиновского района, Томской области. Atunci când Isidor Bețianu era aruncat pe malul fluviului Tomi, Stalin trimisese în 20 de ani milioane de oameni pe un drum fără întoarcere. Мне как историку, естественно, хочется рассказать о том, что было в 30-х годах. Я по своему роду деятельности, по своей роду деятельности, по своей теме занимался 20-30-ми годами. Я занимался общественными организациями, профсоюзами в Сибири. Естественно, пришлось очень много документов посмотреть, все, что связано с этим очень сложным, тяжелым и трагическим временем для нашей страны. Почему появились репрессии? Откуда вот этот вот появился вот каток репрессий, который уничтожал всех и вся? Почему погибли миллионы людей? На основании чего? Как так получилось? А мы здесь жили, отсюда сослали, из Каларовой, из этой деревни. Так, отец кладовщиком работал в колхозе, зерно принимал. Вот пришло осенью указание с райисполкома приготовить 8 семей на ссылку сельскому совету. Вот из 4 деревни по 2 семьи, с этой деревни 2. Причина? А причина была всяко. Вот отец напился пьяный, на работу опоздал там или что такое. Надо было Парабельский район, значит, обживать землю, новые поселки строить. Построили 16 домов, магазин большой, клуб большой построили. А потом колхоз не пошли, которые разбежались весной, убежали обратно, кто как мог. La începutul anilor 30, Stalin începe masacrarea propriului popor. Va începe cu țăranii, pe care îi considera, datorită lumii închise și conservatoare pe care o formau, principalul său dușman. În Sibirie, primele poezda cu represivnămi stali postupati, nu ne всегда postupali, но стали в активном плане, в большом количестве поступать в начале 30-х годов. Когда началась коллективизация? Вот этих кулаков, так называемых, из европейской части России привозили сюда эшелонами. Эшелонами. Десятками тысяч людей сюда привозили, расселяли, бросали и так далее. А когда уже начались, ну, пик репрессий, приходился на 37-й год, на 38-й и так далее. Парабелев самой отель инвалидов организовывалось. Он как инвалид, сразу туда приняли его. Вот так.
Мы с отцом, значит, пошли по речке Парабели тальник рубить. Там ночевали в лесу даже. В октябре месяце холодно было, ночи большие. În primii ani ai deceniului al treilea au fost uciși peste 7 milioane de țărani. Nu era însă de ajuns. Cel mai formidabil aparat de represiune a legalizat teroarea. Din 1935 devin pasibili de a fi condamnați la moarte nu numai cei care gândesc împotriva statului sovietic, ci și cei care au știut despre aceste intenții dușmanoase și nu le-au deconspirat. Se instituia astfel obligativitatea delațiunii. Toți cetățenii sovietici deveneau suspecți. Vârsta minimă de la care sabotorii puteau fi condamnați la moarte a fost coborâtă la 12 ani. A urmat ceea ce este cunoscut în istoria contemporană ca Marea Epurare. После смерти Ленина сотни тысяч малограмотных пришли к власти. И когда малограмотный дикарь без образования приходит к власти, что получается? Он приносит свою дикую идеологию. Все выдающиеся наши, ну, допустим, академик Королёв, генеральный конструктор космических кораблей, где сидел? Так называемый шарашка. Они все в тюрьме сидели. Туполев, Королёв и другие, они все сидели в тюрьмах, изобретали, создавали самолеты, космические корабли и так далее. Расположена маленькая республика Бурятия. Значит, и до тех пор, пока туда не заселились декабристы, вот именно Бурятия, Байкал стали местом ссылки декабристов, куда выслали очень много декабристов. И по другую сторону жили ссыльные поляки, очень много там польских семей. Мой брат Бесьяна Николай, во время войны он учился в университете в Черновцах. Ну и когда война подошла к нам вплотную, он эвакуировался с университетом. Ему там осталось год или два учиться. Так он закончил в Бухаресте учебу. Там женился, там создал семью. Брата не видел с декабря 79-го года, когда отец умер. На похороны встречались в Бессарабии. У нас были еще два брата. Один в боях в Берлинах пропал без вести. Другой в лагере в Советском Союзе. Обидно. Погибли за что и неизвестно где. Ни тот, ни другой. Последние фраты в Бухаресте тоже вот не видимся и едва ли увидимся. Nimeni nu știa dacă va fi lăsat în viață sau nu, indiferent cât de apropiat era de Stalin. Armata Roșie a pierdut atunci peste 80% din ofițerii superiori, de la colonei la mareșali. Stalin reușise să își elimine orice posibil rival. În 1939 participau la congresul al 17-lea al partidului doar 20% din bolșevicii care fuseseră prezenți cu 4 ani mai înainte. Războiul va găsi Uniunea Sovietică decimată de foame și cu lagărele de concentrare pline. Сосланы были отсюда. В 35-м году сослали нас туда. Там я подрос, там работал. И оттуда война началась в 41-м. Вот, а в 43-м забрали. Сперва не брали первые года, как враги народа считались, ненадежные люди. Сильные. А потом брать некого стало, и давай сильных брать в армию. Odată cu declanșarea războiului, toți etnicii neruși din Uniunea Sovietică au devenit inamici. Românii, polonezii, germanii, balticii, finlandezii sau cecenii au luat drumul Siberiei.
2 milioane de germani ruși, descendenții coloniștilor din secolul al XVIII-lea, vor fi evacuați din Republica Socialistă Sovietică Autonomă a nemților de pe Volga, iar Republica desființată. А потом мне взяли 25 году в армии и не вернулся. И там потерял, и тут потерял, и все, все на свете потерял. Там сидел то в войне. В то время был 58-й статье, и все посадили. Все подряд, один статье. Да, как враг народа. Ну а что мы можем делать, понимаешь? Враг, враг, понимаешь. Тут я отпевал до конца, 10 лет под винтовку и 10 лет тут же на Сильке. Ну и моя бабушка погибла за полярным кругом, там, где белые медведи. Погибла от холода в 43-м году. А дедушка был расстрелян в 37-м, как враг народа. Хотя он воевал за советскую власть, устанавливал советскую власть на Волге. Историки се declară непутинчоши în a estima pierderile pe care Uniunea Sovietică le-a suferit în acești ani, fiind însă acceptată cifra de 27 de milioane de oameni. Pentru Stalin însă exista o dublă recompensă, puterea absolută și expansiunea Imperiului. Vine noaptea, la ora 2 noaptea, și îi încarca și lua tineretul. Și ei, săraci, ca să nu îi prinde, fugeau. Dar atunci nu era granița. Fugeau. Și până când au venit rușii și-au pus granița, și eu care a fost acolo, a rămas acolo, și care a rămas aici, a rămas aici. De acum, teroarea se putea instaura de plin în noile teritorii. Din Basarabia, Bucovina de Nord, Herța, Bugeac, precum și din ținuturile de dincolo de Nistru, sute de mii de români au fost transportați în vagoane de vite până în Siberia. Erau considerați suspecți toți cei care s-au împotrivit sau se puteau împotrivi regimului sovietic. Ocupanții aveau nevoie de vinovați. Murie mulți. Acolo era așa. Ordinul lui Stalin, regimul lui Stalin așa era. Stalin. Dar greie contra statul, spune martor. Spune că ai secutare, dar el nu auzi nimeni. Dar avea ciudă. Pe om. Spune, aici se ducea la Sovet acolo la primărie și spune, aici s-au grăit contra statului sovietic. Și-o grăit. Spune acolo la primar. Zice, eu grăit că nu e părat ca bun, nu știe. 20 de ani. Strogul regim. E cât s-a murit în lagăr. Și special, asta 5 ani, pentru un cuvânt. Eu pus într-un tren, într-un vagon care era pentru marfa. Firestele erau bătute cu scânduri, apă nu ni se dădea și zice că unde nimic, ne-au închis acolo. Drept la câteva zile se mai deschidea ușa, apăreau tot, că se vede că era în legătură cu gările și ni se dădea apă. În Siberia am ajuns în regiunea Tiumeni, raionul Tavda. Și ne-au dus, vreo 10 familii ne-au dus într-un sat. Acolo rușii toți s-au apropiat de noi, se uitau ca la ceva neomenesc. Nu știu de ce așa am fost primit. Mă drumuri că eu nicuda ne văzmut, nu. Война есть война, и я не знаю, почему его в лагерь сунули. Лагерь был Фалишти, не слышали? Бессарабия, Фалишти, недалеко от Бельца. Там как море людей, видимо и невидимо. Сталин не лучше был, чем Гитлер. Одинаково они были. Он своего народа-то там миллионы-то репрессировал. Rușii care luptaseră în armata roșie victorioasă, dar fuseseră considerați posibili sabotori, s-au întors după ziua victoriei în lagăre. Умерали много, о, там. Много поумерло. Лагеря были по 60 тысяч, по 70 пленных.
все гибли, как мухи. В одну могилу клали по 50, по 60 человек. Я Богу молился все время. Вот у меня крестик. Мать мне надела в 43-м, как на фронт идти. Я его ношу все время. Наверное, помогает. Я кого-то, это лагерь украл. Попадури, я там издовой, куда-то кубой. Там вообще мне, не требуя какой материал. Пентру стройщи, пентру лагерь, строя лагерь. Тиша по ее кораблями, кубой, кару. Я бригадир, моим мам. У меня вообще вера православная, потому что меня мать родила в тюрьме в Иркутске. Мать сидела в Иркутске в тюрьме за политические взгляды. И она вышла из тюрьмы, когда умер Сталин. Вот я родилась маленькая в тюрьме, да, потом меня там окрестили, и мой дед меня забрал. И до 4 лет он меня растил, пока мама не вышла из тюрьмы. Unii au fost aruncați în taiga pe lângă așezări izolate sau în lagărele de muncă forțată. Cei mai puțin norocoși au fost duși dincolo de cercul polar sau în Siberia de Est, unde iarna temperatura medie este de minus 50 de grade Celsius. Потом, когда врагов стало много, я тоже знаю воспоминания одной женщины, у которой муж в Восточной Сибири был начальником лагеря. Для стали привозить, а тех, что делать с теми, кто сидел, те, кто были враги народа, а тех приказывали уничтожать. Как уничтожать? Ну так, пусть они вырыют яму, вы их расстреливаете, складываете в эту яму, засыпаете и следующий состав приводит. Viața a biruit de multe ori în chip incredibil. Sute de așezări au apărut în cele mai neprielnice ținuturi. Nu prăjeau răzi nicio. Pravda, e trudnă bălă. Mă, când a jenili cu женой, у нас за дома не было, квартиры не было. За дом рассчитывали, это старый купили домишко кривой. А я его в 58-м году перекатал, перестроил. Вот сейчас живем, мовьем. Мы с женой двое укалывали. Познакомился я в городе, в Томске, в 49-м году весной. В марте месяце женились мы. Было у нас 9 детей, 3 умерло. Cinci martie 1953 este pentru mulți o zi de neuitat. Ziua morții lui Iosif Fisarionovici Stalin. Ironia soartei a făcut ca și dincolo de această lume, tătucul popoarelor să facă victime. 500 de oameni își vor pierde viața în mulțimea isterizată care se înghesuia să-l vadă o ultimă dată pe catafalc. Pentru deportați va fi sfârșitul calvarului. И в 56-м году получили свободу из-под спецкомендатуры. Они уехали, купили собственный дом. А так как я причиной был для того, чтобы они прописались-то там, как молодой, ну там два старика с горем пополам прописывали, меня бы ни за что. И я остался здесь. По-румынски можно? Am lucrat primii ani la croitorie, atelier, masteră. Ответ был, что по решению тройки МГБ Союза СССР репрессированы и по постановлению Союза СССР реабилитированы. По-русски, русский язык я не знал. Ходил в школу рабочей молодежи, вечерней.
довольно слушателей сначала, пока немножко привык. Потом ходил в школу по-настоящему, закончил 10 класов. După reabilitare, foștii deportați nu mai trebuiau să se prezinte în fiecare lună la miliție și nici nu mai erau consemnați într-o anumită localitate. Trecutul însă îi urmărea. Încă nu deveniseră oameni liberi. Моей бабушке один из мужей имел фамилию Казаков, и, в общем, я по этой фамилии поступил в университет. А как известно, после войны в наше учебное заведение в Советском Союзе российских немцев высшее учебное заведение не брали. Ну, и в армию не брали, и так далее. Вот. Поэтому я не знал, конечно, что я выходец из российских немцев, потому что в подростковом возрасте мы приехали к родственникам на Урал, и там вот услышал, что они все говорят по-немецки. Было очень удивительно. Identitatea trebuia schimbată. Isidor a făcut în așa fel încât nimeni, în afară de soția sa, să nu îi afle trecutul. Ну и выяснилось, я написал заявление, что по режиму я не подхожу. Тот сказал, что я репрессивный человек, бывший. Я отфутболил. Я поэтому, когда на телевидение пошел, я скрывал и автобиографии. В институт бы не приняли, если бы писал, что я репрессирован. Я держал в секрете. И в Румынии я Исидор. А тут девушка крестила меня так по работе, по первой работе. Ну, говорит, что ты там... Давайте Сергей, и так, Сергей, Сергей, дома Сергей, на работе, и по сей день Сергей Иванович. Реабилитацию получил, паспорт заменял, там годы были неправильные, и так далее. Viața și-a urmat cursul. În această lume a exilaților, bucuria se gusta în orice clipă, la orice vârstă. 5 лет отмечали юбилей. Я бы, говорит, взял вас, ну, я сильно старый, друг, что у нас все будет хорошо. И вот до сих пор. Коль семья в Сибири здесь так, годы шли, работа, учеба, все время квартирные условия. Ну и познакомился я со своей женой. Она из Томской области, Парабели. Вот создали семью, родилась дочь. Дочь вышла замуж, имеет свою квартиру, машину купили, подарили ей. Телевидение проработал инженером-строителем. Я строил проектно-сметную документацию полностью. Я занимался даже выделением. Все вопросы на меня были, процентовки, подрядчику я подписывал, на мою подпись ставили гербовую печать. Я ответственный был человек. Потом я освободился в 1956 году, поехал на Кавказ, то это, да, во Фрунзе, и работал до пенсии до 1974 году. Пенсия заработала потолка. Вот смотрите, в Сибири много-много разных национальностей проживает, начиная с ссыльных времен, да? Неважно, кто здесь, казахи, немцы, украинцы живут, молдаване, румыны, значит, китайцы, монгольцы, буряты. Каждая нация не забыла те истинные корни, откуда они произошли, не забыли своих предков. Unii au ales să se întoarcă în locurile natale după reabilitare. Pe mulți însă, Siberia a ales să-i păstreze pentru totdeauna la sine. Risipite prin Siberia, popoarele încep să își regăsească identitatea.
Siberienii încearcă să-și cunoască trecutul, să îl înțeleagă și să îl accepte. Я ему в январе пытался 1 января позвонить, поздравить с Новым годом. Так что жив, здоров, семья. Много они разговаривали, но по-румынски. Ну, медленно. Килимба румыны нам ворбит Диану, умеет, но у сути, чем за сейчас. Так что... Лимба румыне суйте. Діане нам, все май пуцин, май пуцин. На, как говорится, на таком фундаменте настоящего, красивого, светлого будущего не построишь. История нам это не простит. История все, по крайней мере, вот потом скажет потомкам, что такой эксперимент под названием социализм или коммунистическое общество, он неудачен. Почему он неудачен? Потому что он лишает человека индивидуальности, он лишает человека своей собственности, и на основании этого человек становится винтиком. Dumnezeu a făcut cerul, dar săticul nostru l-a făcut satana, spuneau bătrânii despre una din așezările zidite de deportații. Tot bătrânii mai spun că din când în când pământurile locuite de umbre fac cele mai frumoase flori din lume. Grădină, asta e foarte frumoasă, mie îmi place. Eu totdeauna când merg la grădină, mea cu iubire mă uit la această grădină. Și mă înger. Și frumușața se gătește.